Тирана Сайленсить еще, потому что там может быть. Там может быть Верен. Поэтому пока я не буду его сайленсить. Пока просто понадеюсь на Фризен Тайм. Да, возможно, второго сайта стоило отдавать сейчас. Хотя что еще мог сделать так? Ну вот так хотя бы умрет этот культист, если он сейчас атакует. Если он полечится, я смогу убить до плода. А, не смогу убить до плода. Физит так же, что-то я. Не рассчитал я, мягко говоря. И что тут можно сделать? Kill command сала как-то. Как-то не очень. Походу других ходов у меня нет. Еще есть. Еще у него в этой колоде есть метка охотника. Теперь мы будем на нее молиться. Вообще надо сделать своего мидрейнджа. Мне нравится мидрейндж всякими змеями там. Дарк культистами и всем таким. Он может закабалить. Что я еще могу сделать? У меня сейчас только надежда на World Force. Исключительно. Все мимо. Надо было сразу. Хотя должен все равно бы не умер, наверное. Потратил. Так что мне нужна метка охотника, чтобы убить это чудо. Попуза такая.
Ну зато это как бы. Что забьем? Мои шансы увеличивают на самом деле. Че у него Interfire там, что он делает? Блин. Ха. Нельзя. Давай так крутисты умирать, походу. Хорошо, что он так много торгуется. Мог бы просто бить мое лицо. Очень лично я займусь в отношении его лица. Потому что пытаться торговаться мне нет смысла никакого. Только Brute Force, только Hardcore. Собственно, если не приходит kill command, я на машине 15 урона, и он умирает. А нет, ничего. Теперь все, теперь шансов нет. Ну, квикшот еще может спасти. Квикшот у kill command, вот чем меня спасает. А, уже ничего не спасает. Тут я не могу сделать нормального мидрейнджа, потому что это EU, на EU у меня карт очень мало. Гибрида тоже не могу сделать, и да, даже фейсханта не могу сделать, только мидрейндж ханта такого. Медленного. И без комбо. Настоящий мидрейндж хант, это практически комбо колода, там всякие веселые вещи можно делать. Так, это было. Второй турист. А это будет второй друид. Это все мне не надо. Вкойним. Почему вкойним? Сайентиста пока. Пускай если у нее есть что сливать, сливает на сайентиста, не на Эджаглера. В следующем ходу на Эджаглера поставлю. Понятно, у него вообще ничего нет похода. Либо он не хочет это что-то тратить на сайентиста. Собрание Mad Scientist, наверное, следующий. Свайп, лицо, ради МСС, ради Найджаглера, окей, пожалуйста. Приходите еще. Как-то он расточительно вращается со своими ресурсами. У него комбо в руке что ли есть? Что он так сильно жаждет свайпить лицо? Когда он одно существо на столе стоит. Я думаю, что это ледяная. Даже если он так не думает, я потом просто убью лофа и все.
ужасные вещи делать. Всей этой ситуации не жалко лук. Он ведь уже потратил свой так. Надо повысить себе урон. Блин, сволочь. Сейчас он такими темпами на комбо нарвет там. Первый раз за сегодня кого-то победил, что ли? Счастливый такой. Да, у него походу комбо есть, потому что он вообще какой-то хер не творит сейчас. Нелогично и необъяснимо. Не надо надеяться просто, что у него комбо нет. Это мой единственный шанс. Ну, у него, видимо, есть, это было видно, потому что он так отчаянно свайпил лицо. Эфу. Парень, ты большой оригинал. Надеюсь, у него там индервей две руки сейчас. У меня должно быть больше шансов его убить, чем у него меня. Шот, бист. Отлично. Обычные людей не бемлю, но когда они сами нарываются своими бемами, я с удовольствием отвечаю любезно сёпо. Обиделся. Я мечтаю тебя добавить, друзья, приедем. Мне не хватает мудаков среди друзей, мне нужно побольше мудаков.
Очень боюсь агропавов, они очень сильные. Я бы сам играл агропавом, если бы он на ИУ у меня был. У меня есть на ИУ такое некое жалкое подобие агропава. Настоящего агропава у меня нет. Shields up. Red alert. Нет? Да ладно. Значит, будет Coin Master for Battle. Ну, по крайней мере, это Midrange Paladin, судя по всему. Это не так страшно, как агро. Ещё и не сильно зашло, судя по всему. Так, надеюсь, там нет консекрейшена. Ему конкретно не зашло. Мимо, 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 30%. Отлично. Не, не буду так рисковать. Посмотрим, что там. Не, можно, конечно, рискнуть. Но, блин. Ладно. Попробуем. Риск paid off. Хотя он по-прежнему может сделать мне consecration. Воу. Окей. Ну ему очень сильно не зашло, конечно. То есть мои заслуги в этой победе нет никакой. У него просто вообще ничего не было. Ни early game, ни consecration. И джагл не попал. Ну, как бы по изначально у меня отрицательный винрейт. Ой, короче, неблагоприятный матчап с хунтерами, неизвестные, потому что фейсхант и гибридхант сильнее, чем винрейнджхант в поединке. This apple on your head. Put this apple on your head. Владис. Восточный европеец, что ли? Мимо, 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 мимо! Отлично. О, какая карта. Давай, 66%. Ты можешь.
Отлично. Put this huffer on your head. Я начинаю отставать. Ну, пока у меня еще есть чем возвращаться, я верну все-таки. И вот тут я не знаю, могу себе позволить лицом танковать хаффера или нет. О, отлично. Танковать хаффера лицом, походу, не понадобится. Ладно, все, хочу так. Так мне кажется лучше. Хотя, может быть, анлиш. Ну, анлиш так анлиш. Что тут сделаешь? По крайней мере, он у джаглеров отдал уже. По-моему, обоих. Так что. Воу. Воу. This thing is kind of scary. Сколько он будет? 4. Рисковать. Я мог просто затаунтить его и пойти всем, чем можно, в лицо, но мне показалось, что это больший риск. Воу. So much stuff going on. Все равно, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 20 все равно, что ли? Еще раз, 7, плюс 6, 13, 14, 15, да. Ну и там. Мой мидрейндж оказался сильнее, чем его мидрейндж. Ну, мне везло опять. Чего уж, отрицать этот очевидный факт. Пойду чай налью, что-то я. Залипаю чуть-чуть. Сейчас приду, минут через 5. I do believe
great powers work together to preserve the dogmatic police state. Dogmatic police state. But life is never easy. There's work to be done, and obligations to be met. Obligations to prove the justice of the great was subversion. The United States is here on this continent to stay. Our forces and commitments will remain. Will remain. Will remain. Will remain. We are vigilant and determined to serve three main goals. War. Armed aggression. The destruction of nations. We are proud of this record. We are proud of this record. We are proud of this record. Так, я вернулся. Едем дальше. Так, это был Midrange Hunt. Так. Пока мета не такая уж и агрессивная. Я бы сказал, что это скорее Midrange мета сейчас. Агроколоды еще ни одной не было. Зу это все-таки не агро. Зу это все-таки быстрый контроль. Кстати, о Зу. Квикшот стартовой руки я не люблю оставлять, потому что вот он слишком дорог в начале игры. Инициатива возвращается к противнику, когда ты что-то убиваешь. Поэтому нет смысла оставлять стартовой руки квикшот. Вот лук совсем другое дело. Лук позволяет вернуть инициативу. Да неужели ты прогнал? Что ж не тап-то? Ну, по крайней мере, это действительно агро-зо. Раз у него липрогномы. Вау, целых два липрогнома. Я абьюзив. Где мой анлиш? Вот мой анлиш. Ставил собаку на всякий случай, вдруг он мастерить придется. Собака. Не хочу убить этого засранца. Пускай собой тратит, если хочет. Блин, сволочь такая. Леок очень хорош был бы, да? Хафер бесполезен, Миша тоже бесполезно. Так, нужно две Миши. Так, раз Миша. Два не Миша. Вау. To a face. Face is the place. Сейчас будет второй аркус.
Oh my fucking god. Oh shit. А, ну по крайней мере он таунты свои убивает. Да, это хорошо. Это, по-моему, Литл, да? Да, это Литл. Чёртовы злоки. Мне просто повезло, что ему имплоужен не пришел на самом деле. Если злоку приходит имплоужен и бьет хотя бы на 3, это обычный ГГ. А еще мне повезло, что не пришел Unleash. У него очень хорошее начало было. Два липра гнома сабьюзил. Если бы не Unleash, я бы борт не удержал вообще никак. Попробую оставить хаундмастера против друида можно, он довольно медленно должен разгоняться, даже с вайлдгроуфом. Главное, чтобы было что хаундмастерить. Отличное начало. Сейчас я как бы нарываюсь на свайп на самом деле. Свайп так свайп. Сейчас еще если не попадет. Ладно, попал. Но свайп все равно как бы будет очень неприятен. И даже хаундмастерить-то нечего. Отлично, не свайп. Surrender, друид. Мета очень медленная почему-то. Видимо, по утрам люди агротой не играют. Мета намного медленнее, чем я ожидал. Я даже не помню, что хорошо контрит зулоков-то. Были какие-то колды. Теоретически Ойл Рога и Патрон Вайр, ну на практике как-то все время не очень получается. Кто там еще их контрит? Сейчас табличку открою. От Темпа Сторма. Табличка. Табличка. Че, хендлок хотите сказать? I don't fucking believe it. Зулок проигрывает Патронвайру, Хендлоку, Эхомагу. Ой, это... А нет, то. Да. Вот, смотри-ка. Хендлок. Единая. Что ж такое?
Сейчас будет тяжело. Из-за того, что не та ловушка пришла. Если была ледяная, все было бы намного проще. Естественно, я могу сейчас самоубиться этим. От сайентистов, но... Сомнительная затея. Сейчас что-то сыграет, он не может тяпаться. Или дракон, или Hellfire. Или в крайнем случае Ancient Watcher. Или сова. А он думает, что там Freezing Trap. Как мило. Поэтому он так играет, мне кажется. Ну, рейч у меня есть, так что теперь молтонов я не очень боюсь. Что у нас 8, 10, литл что ли? 8, 10, а, ванов. Даже не one of two, да. Почему я вам сказал, непонятно. Меня спасает то, что он думает, что там Freezing Trap. Блин. Приперлась. Unleash the hounds. Сколько можно лечиться-то? Так и... 5 плюс 3. 8 плюс 3 — 11. Маловато будет. Надеюсь, ты не боишься еще раз. Сюрприз. Это не ледяная ловушка. Белплеед. Какой ник у этого мага. Некоторые люди любят обвинять русское население в том, что он якобы выбирает себе непристойные ники слишком часто. Как можно видеть, не только этим страдают все национальности. Так, Mad Scientist, наверное, да? Хотя можно и... Крипера. То есть это мехмаг. Фоллоуапом будет, скорее всего, Миквуэрпер. Миквуэрпер — это квикшот. Тогда уж, наверное, Mad Scientist все-таки сыграть.
I am ready. Что-то я не хочу ничего квикшотать тут, если честно. Хотя так-то надо этой херни квикшотать. Как не играй, все равно темп потеряешь. Сейчас остается ждать хорошего анлиша просто. Я не смогу простым выставлением существ его обогнать по темпу. Никак. Ух ты, у него тоже руки нихера нет. Это радует. Ух ты, ух ты. Носорожек. И еще добавим ножек. Получился носорожек. Сам торгуется или фростболты сливает, мне пофигу. Фаербол давай. Фростболт нормально все. Ну, у него ничего не было на прошлом ходу, значит на этом тоже маловероятно что-то будет. Найф джаглер. Ну рискнем что. Теперь будем надеяться, что он не играет в Counter-Strike.